Вы смотрите новости на телеканале «Перец». Продолжаем выпуск. Сегодня мы вновь говорим о киноновинках, которые появились в прокате. О них расскажем в нашей постоянной рубрике «Киновости». Создатели фильма «Пираты Карибского моря» и актер Джонни Депп представляют новый захватывающий приключенческий боевик «Одинокий рейнджер». Создатели картины объединили свои усилия для того, чтобы рассказать историю блюстителя закона Джона Рейда, который с помощью индейца Танта, которого играет Джонни Депп, стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Танта с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим персонажам, сведенным судьбой, чтобы сражаться против общего врага. Им пришлось противостоять жадности и коррупции во времена, когда появились первые железные дороги и изменили представление о власти и могуществе в мире. Фильм будет интересен лицам старше 12 лет. На экранах появилось «Элитное общество». Фильм основан на реальных событиях. В поисках адреналина и приключений пятеро отчаянных подростков ради прикола стали навещать богатые особняки в окрестностях Голливуда, наведываясь в гости к Линдси Лохан, Орландо Блума, Пэрис Хилтон и другим голливудским звездам. Девушки, конечно, больше интересовались дизайнерской одеждой и драгоценностями, а юноши – просто деньгами. Совершив десяток краж со взломом, ребята награбили более 3 миллионов долларов. Чем закончились эти дерзкие преступления, узнают зрители старше 16 лет.